На Краснодар, да. Это мы пришли на электричку. В Чистополе. Славик говорит, ну ты экстремалка. Мы просто на автобусе все время ездили из от маминого дома, там, где она живет, в поселке под Краснодаром, 1,5 часа дороги. И мы на автобусе каждый день ездим. А сегодня мы опоздали на автобус, решили поехать на электричке, попробовать, как это будет у нас. Может быть, даже лучше, без пробок, потому что автобус немножко в пробках стоит. Вот мы на такси приехали сюда, вон и дядечка нас подвез. И ждем электричку на Краснодар. Красиво, тут птички поют. Еще 10 утра, еще нету даже 10. Уже жара, 25 градусов. А кубанцы все ходят в куртках до сих пор. Мы вообще с них смеемся. Замерзшие живут на югах в 25 градусов. В курточках ходят, в колготочках. Смотрите, какие там цветы красивые. Маки. Мы тут зашли в один мол. Очень классная кафешка, мне понравилась. С зонтиками наверху. И так красиво, такие стульчики красивые. Смотрите, как красиво. Прикольно, да? Это сити-центр. Очень дорогой молл, самый, наверное, дорогой, но мне так кажется. По крайней мере, 12 лет назад он был самым дорогим, когда мы уезжали. Сейчас 10 часов утра, никого еще здесь нет. Они только-только открылись. И мы зашли просто по пути охладиться немножко. Сейчас поедем делать дела. Паспорта менять. У Славы просрочился паспорт. Водительские права. У меня у Славы просрочены вообще уже очень много лет. Так что у нас сегодня тяжелый день. А еще мы вдобавок ко всему уже начали смотреть квартиру себе на съем. Красивые диванчики. Все очень красиво здесь. Чистенько, так прохладненько. Очень мне нравится этот молл. Это вот кинотеатр на 3-м этаже мола. Что у нас сейчас идет? Это сейчас я иду в туалет. Своей квартиры, которая наша по праву, там все живут квартиранты. И вот мы думаем, жить мы там будем или не будем, или будем снимать себе квартиру, а квартиранты пусть живут в нашей квартире. Не знаем еще, решаем. Надо еще переспать с этой мыслью. Ты как хочешь. Я хочу квартиранта Плотенштейн сделать. Вот она, наша квартирка. Но мы туда заходить не будем, потому что там живут квартиранты. Точно ищет наш, наверное, квартиру. Здесь детский сад. Я пошла мимо. Такой тихий дворик хорошенький. Чистенький. Это наш магазин продукты, который мы всегда ходили, когда тут жили. Ой, смотри, там как отремонтировали все. Пойдем зайдем. Он обычно такой был шняжненький. А сейчас прям такую плиточку новую сделали. О, какая рыба. Игрушки, хлеба.
Но он стал явно поменьше. Смотри, как пиво продают. Бутылки, что ли, висят прям. Тетечка на выходе даже улыбнулась. А это бессменная беседка наша. Все время здесь стояла, всю жизнь свою, сколько я помню. Ну что, пупсик, у тебя есть ностальгия? Ностальжи. Я стал чёрствым. На-на-на-на-на. Остановился, это остановка, а потом... Бездушный пират. А там у нас напротив парк. Мы вчера там уже погуляли. Классный парк. Вот прям через дорогу перейти, и у нас тут такой красивенький парчок есть. Мы тут гуляли с маленьким Владиком на колясочке еще. Квас! Квас, квас! Сейчас купим квас. Хочу квас. Обязательно. А сколько? 20-0-33-05-33. 05. Вот 03-05. Там 05? Да. 33, пожалуйста. Плюс рубчик. А у меня это должен быть. Только холодный, аккуратно, пожалуйста. Сейчас я вам дышу. Только холодный, не обожгись. Сколько лет мы не пили квас. Спасибо большое. Ну-ка давай, зацени. Вкусно? А? Да. Тогда что ты убегаешь? Дай мне. Подожди. Надо дай. Дай хоть глоточек. Ой, как вкусно. Как же вкусно. В бутылках не так. Мы, конечно, в Ванкувере пили квас, но он был из бутылок, и это совсем другая история, да? Вообще другая история. Утки есть? Есть пижоны. Да. Владик называет голубей пижонами. Ну, по-французски, что ли? Да. Вот так мы когда-то с Владиком здесь гуляли. Плакат «Детский закон на Кубани. 22 часа. Детям пора домой». Прикольно. Я себе купила мороженое, а Владик у нас арендовал скутер. Мы решили вечер завершить приятным времяпрепровождением. Так как у нас сегодня был вообще тяжелый день, мы делали паспорт и смотрели квартиры. Что-то расстраиваемся мы все больше и больше. Не скажу пока, что разочаровываемся, но немного трудновато нам. Квартиры все какие-то убитые. Ну, мы, правда, только 4 посмотрели. Но что-то пока как-то не очень. Вот наш горпарк любимый. У нас в этом районе есть квартира. Это, в принципе, наша эрия, наш район, где мы жили до Канады. И здесь очень прикольненько. А, вон они. А в остальных местах, особенно в общественном транспорте, у нас же сейчас машины пока нет.
и купить мы ее пока не можем, потому что у нас нет прав, у нас они просрочились уже много лет назад, и нам нужно их восстанавливать. А чтобы их восстанавливать, Славе нужно еще паспорт сначала обновить, так как он у него тоже уже устарел. Короче, ездить нам еще очень долго на трамваях и троллейбусах, потому что на такси мы иногда ездим, но на такси сильно не наездишься. Хоть и дешево, как бы, но мы просто очень много в день ездим. То туда, то сюда. Так можно проезжать по 1000, по 1500 в день, если все время на такси. Так, мы идем вот сюда. Страхование. Альфа-страхование. Мы возьмем на себя ваши проблемы. Пять минут, да? По полюса сделали. Ну как сделали, оформились. Прийти, получать где-то в течение 10 дней. Она сказала, придет сообщение на телефон. А у нас не приходят сообщения на телефон. А потому что у нас такой. Теле2. Не подписывайтесь на Теле2. Это вообще что-то за провайдер такой, который сообщения мы не можем даже отсылать и получать. Но можно прозвонить, у нас есть телефон. Там так хорошо с кондиционером, вообще классно. Пришли попробовать русскую пиццу в Краснодаре. Здесь кондиционер, очень приятно. Нужно нам подкрепиться. Суп с фрикадельками за 100 рублей за порцию. И пиццы. В общем, набрали всего много-много. На 10 долларов. Если опять будете писать мне в комментариях, что вы только жрете, ну, ребят, мы кушаем 3 раза в день. И я снимаю новые для себя места интересные. И так получается, что иногда я снимаю, что мы кушаем. Можете перемотать этот момент, если вам не нравится.